Так, всем привет, и сегодня хотелось бы показать один небольшой лайфхак. Вот как чистить яйца. Я, значит, много способов перепробовал. Блин, и к чему я пришел? Так вот, к одному реальному, который работает. Берем яйцо, берем чайную ложку, делаем вот так. Подбили. Почистили верхушечку нашу подбитую, да? Вот мы сняли здесь скорлупу. Иногда бывает так, что яйца чистятся плохо, и пол яйца, блин, в руке остается, а пол яйца в мусорку улетает. И мне как-то это, блин, надоело, потому что, блин, сердце кровью обливается. Такой очень, знаете, стратегически важный, аж слюни потекли, продукт переводится. Да задолбал ты, долбаный Аваст. Надо его удалить. Так, берем ложечку чайную и вот сюда, вот так вот, под скорлупу запихиваем. И вот так вот, вот так вот, вот так вот, тихонечко так мы, это самое надо показать, чтобы видно было получше. Вот так вот ведем, скорлупа какая тонкая. А говорят, домашние яйца лучше, чем магазины. Я вон магазины утром чистил, так там скорлупа такая, что елки зеленые. Вот так вот. Мы почистили и немножко яйцо наше раз это самое и вытащили. Вот, ну вот, собственно, и все. Вот так вот у нас яйцо. Еще, кстати, покажу. Я там чистил уже. Вот. Вот так вот у меня почистились магазинные яйца. Вот, как видите, вообще замечательно. И вот это вот. Тоже почистил. Так что. О! Лайфхак то, что надо. Вот такое вот на сегодня видео, коротенькое было. Всем пока.